маме написать письмо. Письмо. Берем компьютер. Любава, у тебя свой компьютер, что ли? Да. Здорово. И ты умеешь печатать? Да. Что ты хочешь написать? Маме письмо. Письмо. Маме письмо. Угу. Да, и ты сейчас будешь печатать слово «мама»? Ну, давай. Это у тебя что, новый ноутбук? Да. Какой классный. Ну, давай, где буква «м»? Давай, печатай. Буква «м». Давай. Правильно, умничка. Такой ноутбук можно купить в интернет-магазине, я ссылку оставлю в описании. Точно, какая ты молодец. Еще «а», точно, нам две понадобится, да? Так, и еще буковка «М» тоже нам понадобится. Ищи вторую буковку «М». Мамину? Да, мамину буковку. Умница какая! Давай. Смотри, должно у нас быть «М», «А», «М», «А». И получилось «Мама». Я писала. Ты написала маме письмо, да? Да. Сейчас ты хочешь написать слово «папа»? Эти буквы, да. Ну, давай. Ищи букву «П». Кто найдет первую букву «П»? Нет, это буква «Д». Ребята, кто подскажет Любави, где буква «П»? Ну-ка, ищи скорее. Так. Кто самый внимательный? Нет, это буква «Л». Любава буква «Л». А надо букву «П». Ой, пропустила. Ну-ка, внимательно смотри. Не торопись. Смотри, есть буква «О», а рядышком папина буковка. Точно, буква «П». Давай, печатай ее на экран. Так, а теперь какую букву надо? Какая теперь буковка? «А». Ищи букву «А». Вот буква «А». Точно, бери ее отсюда. Так, «па». И еще нужно, чтобы получилось слог «па». Нашла, молодец. Вот сюда ее нужно поставить. Так, и какое же у нас слово получилось? Читай. «Па». «Папа» получилось. Здорово. Да, другое слово. Давай. У нас здесь есть много-много разных слов. «Солнце» будешь делать слово, да? Да. Что здесь здорово, то что есть картинки. И Любава уже по картинкам определяет, что же это за слово. Итак, Любавушка научится читать, да? Ма! Да, солнце. Ну давай, ищи букву «С». Молодец какая, нашла. Правильно, давай, печатай буковку на экран. Ма. «С». Угу. Это мамино слово. Да, ты маме письмо хочешь написать, что мама солнце у тебя, да? Угу. Мама солнце. Следующая буковка у нас... О, молодец, ты сама знаешь буковку «О». Угу, давай ее печатай. О, угу. А следующую буковку знаешь? Ну-ка посмотри, какая следующая буква. Третья буковка, какая вот эта? Дедушкина. Нет, не дедушкина, это Любавина, «Л». Сол. Это папина? Это папина, да. А нужно с хвостиком таким маленьким вот сбоку, видишь? Вот, смотри, здесь вот прямо, а здесь такой маленький хвостик. Это буква «Л», Любавина, она, видишь, танцевать пошла. Куда? Вот, дальше вот сюда ставь. «Сол». Куда? Получилось. Куда пошла она? Вот сюда пошла танцевать. Ножка у нее одна танцует. Давай. «Сол». Следующая буква. «Н». Ну ж, какое-то слово сложное выбрала. «Н». Кто быстрее найдет букву «Н»? Любавушка или ребятки? Ну-ка, смотрите, где же буква «Н»? Кто же ее первый найдет? Это папина. Это папина, «П», да. А где буква «Н»? Это деду. А. О, молодец, нашла буковку «Н». Получилось «солн». Еще осталось две буковки. Это буква «Ц». Эти. «Ц», цыпленок. Давай, ищи, где буковка «Ц».
тоже первый найдет буковку. Ну-ка, ребятишки, я знаю, что вы очень умные. Зрители наши, это они папина? Обязательно найдут. Да, это папина. Внимательно. Внимательно смотри, не торопись. В этом деле не надо. Молодец, умничка. Давай, печатай. Опа! Ой, вверх ногами. Переверните меня. Спасибо. Видишь, какая буква разговорчивая. Солнце. И последняя буква Е. Е. Да, такая красивая Е. Внимательно. Внимательно, да, внимательно. Не спешим. Не спешим, да. Кто найдет буковку Е? Кто у нас умничка внимательный? Ну-ка, ребятишки, все смотрите, где буковка Е? Кто найдет? Е. Давай, ищи, не торопись. Ребята, посмотри, где буква Е. Ты хочешь, чтобы они тебе подсказали? Да. Ну, наверняка там нашелся один умный-умный ребенок, который знает, что буковка Е. Вот она подсказывает тебе. Ну, бери скорей. Это? Нет, вот это. Это говорит буква О. Да, это буква Е. Давай, ставь, и у нас получится слово... Солнце. Солнце, смотри. С-О-Л-Н-Ц. Солнце. Ну, давай дальше. Тебе понравилась такая игра, да? Да. У тебя либо свой ноутбук есть... Да? А это слово «играть». Видишь, здесь ребята играют в мяч. Я научусь писать и писать.